Двое детей пострадали в аварии со школьным автобусом в Яльчикском районе. ДТП произошло сегодня около 15 часов дня у деревни Малая Ярыкла. Автомобиль Toyota Land Cruiser на участке, где обгон запрещен, выехал на обгон школьного автобуса ПАС и совершил с ним столкновение. Автобус, в котором находилось 20 детей, возвращавшихся с учебных занятий из Яльчикской средней общеобразовательной школы, в результате съехал в кювет. После ДТП в лечебное учреждение доставлены 59-летний водитель школьного автобуса с переломом руки, а также с ушибами, двое детей, мальчик и девочка в возрасте 12 и 15 лет. Проводится доследственная проверка.